очередная попытка провести бдительную таможню не увенчалась успехом. Таможенные органы Доминиканской Республики задержали 40-летнюю туристку, которая спрятала в своем желудке 70 тысяч долларов. Внушительная сумма наличных была упакована в капсулы. 40-летняя женщина, имя которой не называется, удивила даже видавших виды. Сотрудникам таможни приходилось видеть немало мулов, изобретавших самые различные схемы и способы контрабанды, но с таким случаем они столкнулись впервые. Мулами на профессиональном арго зовут людей, занимающихся контрабандой. Как нетрудно догадаться, это те, кто перевозит различные грузы прямо внутри своего тела. Туристка летела из Брюсселя и при себе имела задекларированные 70 тысяч долларов. Каково же было удивление полиции, когда после сканирования желудка они обнаружили там другие 70. Эта дама пыталась деньги утаить, а вот другая, напротив, принесла в полицию чужие. Хотя далеко идти не пришлось, в силу того, что дама сама оказалась полицейским. В Калифорнии служительница закона, возвращаясь со службы, нашла на дороге 120 тысяч долларов и не стала забирать их себе. Женщина отказалась афишировать свое имя в прессе, однако поделилась тем, как все произошло. Она рассказала, что, проезжая город Конкорд, обнаружила на пустынной дороге две большие сумки с отметинами автомобильных протекторов. Она остановилась и проверила содержимое сумок, а в них оказались пакеты, полностью набитые купюрами по 100 долларов. Когда женщина открыла первую сумку, ей показалось, что все это нереально, и решила, что купюры фальшивые. После того, как сотрудница полиции отнесла находку в отделение, выяснилось, что деньги в сумках настоящие. В родном управлении полицейскую наградили за честность и добросовестность. Деньги их владельцы уже вернули, однако сейчас проводится расследование, каким образом они оказались на улице. Ну, как деньги выбрасывают на ветер в прямом смысле слова, я вам хоть сейчас варианты представлю. Вот хотя бы один. Казахстан предложит богатым туристам новый аттракцион – ванну с черной икрой. Казахстанский курорт Киндерли собирается заманивать олигархов с помощью эксклюзивных предложений. Среди них спа с черной икрой для настоящих гурманов и танцы с тюленями. Девелоперы намерены в течение нескольких лет построить на восточном побережье Каспийского моря туристический комплекс. По оценкам, его стоимость обойдется в 3,5 миллиарда долларов. Согласно плану, к 2020 году туда будут приезжать по 500 000 туристов ежегодно. Половина из них, как предполагается, будет приезжать из-за рубежа. Сейчас проект находится на стадии поиска финансирования, и интерес к нему уже проявили инвесторы из Ирана. Тем не менее, одной только ванны с икрой, находящихся под угрозой вымирания рыб, будет недостаточным. Тут уместно будет провести аналогию с туркменским курортом Аваза. Он открылся на побережье того же Каспийского моря еще 5 лет назад. Но ожидавшиеся толпы туристов там так и не материализовались. Хотя и они первоначально были запланированы.